Hey, what's up? Меня зовут FlakeGK, добро пожаловать в игру под названием Minecraft Хардкорные приключения. Ну что ж, ребята, добро пожаловать ко мне домой. Кирка, поздоровайся. Всем привет, ребята! Ну что ж, ребята, теперь наш еще Кирка будет здороваться, потому что это супер Кирка, ее просто нужно как отдельного человека создать. Не знаю, ну таких идеальных просто не бывает. Ну как? Как можно быть таким идеальным? Чувак, расскажи секрет. Короче, ребята, в общем-таки, ладно. Не сдержался, сам сделал. Добыл, там немножко уже выросло, окей. Все, давайте, смотрите. Гемода не было, ничего не было. Ладно, щетерил, винмайнер написал конфиг, все. Все, чуваки. Ладно. Сделал я 10 крыс, потому что... Будет так получилось 10, потому что у меня... Я решил, видите, вот здесь заполнил чуть-чуть. Все это забрал. И получилось, у меня все это переработал. И в переработке у меня все же получилось 2 крыс. Всего лишь 2. Это очень мало, ну и хорошо, в принципе, что... У нас уже было до этого 8 круций, и у нас есть 4 завершённые блок, а это в тот же момент, ребята, у нас квест завершенный. Наконец-то. Так, братан, ты дайте мне книжку мою любимую. Книжечка, братан, спасибо. Книжечка моя любимая. Итак. Так. Стоп, по книжке, может там что-то перебилось? А, Ultimate Furnace, окей. Пам-п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 ам. Кирочка есть. О, Фернес есть. У нас есть Исахокедрон, Chains Cube и Reward Back Legendary. Это что-то связано с Twilight Forest'ом, но спасибо огромное. Мне это не интересно, нифига, да. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Это я, кстати, ту штучку сломал, она мне не нужна, потому что она бесполезная. И Fence Gate тоже сломал, потому что тоже бесполезно, зачем? Потому что я на уровень выше сделал, уже как бы смысла нет, и как бы у нас все освещено, и никто не пройдет, и забейте. Поэтому пусть так у нас все будет. Окей. Ну что ж, по квесту. Вот это самое сложное, что сейчас можно сделать, это Etheric Sword и Watercan Reinforced. Watercan все просто. Ну скажу, почему Watercan такой сложный. Вот как раз таки я писал и смотрел, искал. Watercan Reinforced, вот как раз таки он. Нужно целых 4 Bedrockium Ingot и 1 Soul Fragment. Окей, Soul Fragment, может быть, будет easy, но другое это... Как крафтится у нас 9 слитков Bedrockium? Ну, переплавка у нас просто отпадает. Делается из блока Bedrockium, ну, логично. Этот блок, один блок, делается из 9 Bedrockium Ingot. Окей, мы поняли, что делается. Ага, ага. Но... Самый возможный крафт это вот это. Пережарить 43 миллиона 46 721 коблстоун. Вы поняли, наверное, что это все компенсировано, естественно. Как можно без щитов быстро добыть этот блок? Я не знаю. Это пипец как сложно. Вот как раз таки это я и делал. Перерабатывал это все, где у нас переработано. Вот. Вот, 19, это все, оказывается, у нас было в разных сундуках еще много всего. Я многого не знал, оказывается. Но всего лишь до вот этого дошел. А представьте себе, 43 миллиона. Это на самом деле очень сложно. Это очень и очень сложно. Я не представляю, как это делать. Так, смотрите, что мы сейчас делаем, ребята. Мы, во-первых, ищем один прикольный предмет под названием Division Sigil. Мы его забираем, это Division Sigil. Мы забираем Safari Net, который я использовал на овцах. И давайте мы возьмем обычный Safari Net. Мы сейчас найдем какую-нибудь овечку. Да без разницы вообще кого найти, главное монстра. Так, вот мы как раз таки идем к овечке. Так, вон там у нас овечка должна быть. И можем уже, наверное, потихоньку, кстати, приступать к, знаете, к чему? К трансу. К трансу, наверное, мы уже будем потихоньку стремиться. Уже надо летать, ребята. Уже пора летать. Так, все. Овечка у нас есть. Теперь нам нужно найти место, которое мы... Нам не жалко. То есть, ну, в принципе, да. Здесь, окей. Здесь такое место у нас будет. Все, допустим, место у нас здесь есть. Окей, теперь мы... Ну, во-первых, давайте чуть-чуть нафармим нашу... Добьем, так сказать, нашу кирку, чтобы она была еще лучше. Так. Ну, вот здесь, допустим. Так. Ой, там мифрил, что ли? Нифига, нам повезло. Мифрил. Камон. Оп. Так, так, так. А вот лишнее не надо. Так, 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 стоять. Вот так. Чё из мифрила интересного можно сделать? Да ничего. О, кстати, подожди, нет. Или да. Mana infused, может быть, нет. Короче, ладно, ничего такого интересного, в принципе, нет, но... К
Окей. Сейчас добьем быренько. Так. Хлюп. Так. Тихо, тихо. Аккуратненько идем, идем сюда. Я хотел еще книжку достать по Tinker's Construct, совсем забыл это сделать, на самом деле, ребят. Чтобы посмотреть модификаторы. Какие можно, возможно, мне сделать. Так. Ой-ой-ой, больно было, кстати, на самом деле, братан. Так. Здрасте. Дохнем потихоньку, молодцы. Так, и это, мне кажется, это все. Еще есть! Там еще уровень, ребята, офигеть! Она, эта кирка просто бесконечная, не знаю, 46 у нас. Ой-ой-ой. 46, ребят. О, мешочек. Подарочек прям такой, оп. Братан, открой мешочек. Что ж там? Дерьмо, да? Угу. Да, дерьмо. Так-с. Deep Iron Ore. А, сломалось-то. Все, домой пора. Почему пора? Да, в принципе, да, пора нам, ребята. Так, значит, мы сейчас быренько. Мифрил, окей, мифрил положим опять туда же. Вот сюда. Быстренько. Бурурум. Так, это сюда тоже. Слайм тоже сюда. Это у нас сюда идет. И много всего лишнего. Много всего лишнего, Джонни, много всего лишнего у тебя в инвентаре. Ты понимаешь это? Тебе нужно что-то с этим делать. Так, окей, давайте это положим пока сюда, это тоже сюда, это тоже сюда, и это тоже сюда. Это тоже сюда, так как мы это не используем, а еда и факела, это все у нас остается. И вот эти тоже штучки мы положим сюда, все, в принципе, ну и вот это, все. Вот мой стартер пак, все, все, что мне нужно, у меня есть в инвентаре. Все, вот так, даже вот так сделаем, все, отлично, я доволен. Теперь мы берем Dark Steel. Куда, главное, мы его положили? Dark Steel. Братан. Так. Неужто я положил его вот сюда? Эй! Такс. Дарксти. А, может быть, он там остался? Хм. Дарк Стил. Ищем. На запах не ходит. На запах не хочет. Так, мы вообще-то опаздываем. Вроде у нас пережар. Окей, давайте пока что здесь сделаем. Окей, мы потеряли Dark Steel немножко, ребята. Я не знаю, куда его дел. Сам не знаю, серьезно. Так, убирай эту фигню. Все. Так, 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 быстро, 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 ребят. Забыл кирку. Сюда, быстро. Мы опаздываем, как бы как. Как бы как. Быстрее, 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 быстрее. Забираем, 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 забираем. Забираем эту штуку. Мы делаем обряд, ребята. Очень опасный обряд. На самом деле не опасный, просто я... Для эффекта надо, ребята. Для эффекта. Так. Быстро, быстро, быстро. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, guys. Come on, come on, come on. And now we got this. Опа. Чинскюб, здрасте, дорогие друзья. Кстати, мы вас и не взяли. Тогда, поход. Анализатор, давай, братан. Расскажи, что ж тут. Хороший. Нормальный. Собираем. Амулетик. Амулетик! Вот, амулетик. Useless генератор написано, но нифига он не useless, если что. Нифига не useless. Здрасте. Так, вообще-то, быстро. Ушел, ушел. Фу, ладно, ладно, быстро, быстро, ребят, мы опаздываем в курсе. А, нет, пока не опаздываем, пока еще он не зарядился. Но монстры уже прут. Прут уже монстры. Вот, поле, офигенное поле. Быстрее мы успеем, вот, давайте здесь. Окей, давайте здесь. Такс. Еда. Ну что ж, жду заряда. Угу. Да-да-да. Слишком рано, я понял. Должна смотреть на луну. И там не полная луна, нет, в принципе... Ага. Not have, понял. Протупили немного. Редстоуна быстро найти нужно, редстоун. Два редстоуна. Срочно! Джонни, пожалуйста, скажи, у тебя редстоун есть здесь. Редстоун есть здесь. А, как же мне повезло. Какой же молодец. Так, редстоун есть. Землю, 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 срочно, срочно, срочно. Ладно, давайте так, быстро. Быстро. Да-да-да, зомби, братан, братан, привет, привет, как дела, как дела? Да я понял, все нормально. Так. Быстро успеваем, успеваем вроде как. Вроде как успеваем. Ну. Так. Ага. Сив Мун. Киркл Плейс тут. Чё? Алтарь энд. Киркл Плейс он. Плохо, Дирт. Дерьмо.
Дерьмо, ребята, дерьмо, дерьмо. Окей. Я понял. Мы делаем немножко по-другому. Да, блин, шкет, это зачем прут? Я не понимаю. Пацаны. Во, вот здесь. Так. Размещаем здесь. Такс. Быстро, быстро, быстро. Обряд делаем, обряд делаем. Так. Когда зарядится, будет все отлично. Мы ждем, пока зарядится наш. А, да, блин. Тут что, у меня урона мало? 19 урона вам не хватает. Алтарь. А, в ссылку, все. Алтарь на натуральной земле. Алтарь смотрит на землю, на луну. Алтарь в... ну, все, все, короче. Darkness. Блин. Вы серьезно? Короче, забейте просто. Сейчас мы делаем такую штуку. Все, мне надоело уже это, на самом деле, чуваки. Просто отстаньте. Я не про вас, ребят. Я имею в виду про вот этих монстров. Так, ну вроде не полная луна, но все равно мы должны вроде... мы должны... все получиться должно. Все должно получиться. Активация ритуала фейлурей. Ну, понятно, фейлурей. Я понимаю, что я что-то немножко... все неправильно сделано. Что фейлурей. Мы пока не активируем ничего. Мы пока ничего не активируем. Все. Активация ритуала. Мы готовы к ритуалу, ребята. Мы просто ждем, пока будет луна, когда у нас засветит наш Division Seagull. И тогда мы спавним овцу и грохнем ее прям сразу. Все будет отлично. Так, овцу пока не спавним. Угу. Ну, мы ждем. Давай, братан. Совсем чуть-чуть осталось. Сейчас будет... сейчас будет полно... ну... полночь. И мы зафигачим. Давай, давай, братан, 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 братан. Давай, еще полчаса осталось. Все, ребят, ждем полчаса. И все будет отлично. Полчаса. Ой, зарядилось уже. Так. Бау! Земли... о, все. Ахахаха, смешно, да-да-да-да. Супер звуки, супер опасно, супер страшно. И знаете, не зря у нас, ребята, дирт на... сами знаете, какое зачарование. Так, во-первых, мы придем еще сюда. А вот это... а, окей, блок... все, не взорвал, молодец, братан, все-все-все-все-все. Хорошо, что не кровавая луна, мы можем спокойно уже возвращаться домой. Мы сделали свое дело, мы зарядили Division Sigil. Теперь мы можем спокойно делать себе Unstoppable Ingots. То, что мы делали в нереальных похождениях, ребята. И Cursed Earth. Зачем нужна нам это? Для фарма, ребят, для фарма. На этой земле, на проклятой земле, спавнится очень большое количество монстров. Если нам понадобится какая-то фармилка, мы просто размещаем эту землю, и все отлично. И, кстати, вот это просто useless генератор. Это очень, на самом деле, очень сильно повезло. Pink dye, anything that use pink dye, it's crafting recipe. Что... я, кстати, не знаю, почему useless он называется. Давайте посмотрим сейчас, что нужно для него. Пинг-генератор. Окей. Допустим, пинг. Но, типа, ему нужна любовь. Ему нужно слишком много любви. Для этого нам нужно розовые красители. Розовые красители. Да-да-да, сейчас еще нам это эссенции делать, да, братан? Сейчас бы еще эссенции делать. Ну, тут красный, в принципе, мы можем спокойно розы эти достать, но... можно, да, подумать, а счастье это useless, на самом деле, да. От счастья useless. Но... генератор есть генератор, ребята. Генератор есть генератор. Так, дроп с монстров, быстро. Оп, оп, оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тет-тет. Нет, это точно не дроп с монстров, но ладно, пум. Да, блин, цветочки, хорошо, цветочки, давай сюда. Пу-пу-пу. И это все, все-все-все. И вот и дроп сам. Все, отлично. Ну что ж, давайте приступим к крафту Etheric Sword. Для этого нам нужно вот эти Division Sigil, алмазики и... мы будем делать 7 Stable Nuggets. Или это, блин, это, наверное, Iron сразу нужно рискануть сделать. Сразу рискнем, ребят. Давайте сразу рискнем, сделаем. Алмазик. Железо. И все. А алмазик не нужен же. Или что там еще нужно? Так. Алмазик и железо. Все, хорошо. Так, мы быстренько делаем отдельный верстак для этого всего. И уходим на дальнее расстояние. Чтобы было все безопасно. Так, уходим, 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 уходим. Пау. Ой, ты дурак. Ты дурак. Молодец. Так, стоять, 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 стоять. Так, быстро иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай еще возьмем.
Пау. Сюда. Все, продолжай работу, братан. Все, наш Dark Seal будет делаться, а мы пока пойдем веселиться. Вот сюда пойдем. Как раз таки не так уж и далеко, и вроде бы как бы безопасно. Так, складываем пока вот это. И нужно будет открыть мешочки. Сейчас, давайте прямо сейчас откроем. Так, мешочек. С дерьмом. Яблочко, хорошо, возьмем, поедим. Редстоун не нужно. Спасибо. Все, теперь до свидания. Там дюжин сижил, кстати, был. Все, избавились мы от всего, что нам не нужно. И вот Cooked Mutton, это, ребят, просто самый сок, самая крутая штука. Это нужно просто овечек грохнуть. Все, получим эту штуку. Итак, ребята, сразу подготавливаем. И мы не, по одной, да, можем забирать, по-моему, только по одной. Что-то не так. Мне кажется, нужно на обычном верстаке. Ну, давайте на обычном попробуем. Так. Давайте попробуем на обычном верстаке, ребята, все сделать. Так. 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 Смотрите, он нагревается. Так. Вот это вот и ошибка нам у нас случилась, которая... Та-та-та-та! Взрыв! Вот этот самый взрыв я, ребята, и ожидал. Вот почему я ушел подальше. Ну, нам придется делать 7 стейбл, ребята. Либо нам срочно нужно что-то крафтить из них, чтобы не взорваться. Кстати, выпал на Division Schedule. Взорвались тоже, только мы, кстати. Урон-то нормально вроде. Так, окей. Нам нужно скрафтить Этерик Сворд. Мы же можем уже скрафтить. Правильно? Но нам нужно дофигища сделать. Мы можем безопасно сейчас сделать семи стейбл. Так. Семи стейбл, да. Нужно золото. Окей. Давайте отправимся за золотом. Оп. Золото, братан. Привет. Как дела? А, так у нас еще дофигища золота есть, если что. Так. Песочек. Песочек. Ой, а мне кажется, нам придется сделать еще крутую лопату. Так, надеюсь. Подождите, стоп, да, да мы уже, вот, сейчас мы сделаем лопату, ребята, еще крутую лопату. Где? Как бы, я, конечно, все понимаю, но, братан. Что у нас тут вообще сделано? Я не помню. Writable Reinforced. Writable, бумага. Слайми, я все понял. Нам нужно, ага. Вот песок, кстати, нашел. Один. Круто, да? Один песок. Делаем палки. Делаем паттерны. Из этих паттернов мы сейчас вырежем. Нет, не русских. Немножко не туда пошло у меня. Ага. Потом это мы здесь выворачиваем вот такой вот прикольчик. Кобальт, братан. Делаем потом. Руку сделаем, братан. Мы сделаем из бумаги. Бумаги, братан. Бумажная у нас. Paper tool. And now we got... Крутая лопатка. Пау. Пау. Та-да-да-да. Все. Крутая у нас лопата есть. Имеет аж целых 300... Durability, но это мало на самом деле. Это на самом деле очень мало. Это мало для нашей крутой, мега-супер-дупер крутой лопаты. Но мы... Подождите! Я ж дурак! Шовел. Мы же можем делать... Вот. А, ну 6000, ну все равно дерьмо как бы. Quickly mines, shout some dirt, substance, and element set. Не понимаю. Но drop any blocks. It has infinity dura. Ну зачем мы тогда это сделали? Ну нафиг я это сделал. Нет, подождите. Если тут написано. А, тут не написано уровень копания. Короче, я подумал, что, ребят, на самом деле, что мы можем копать еще. Будет песочная такая руда кобальта, например. И мы сможем копать, но нет, на самом деле тут все по-другому. Короче, что сейчас нам нужно сделать? Во-первых, добыть где? Песок. Мы хотели песок. Ну, давайте, окей, давайте изначально мы сделаем
Вот так вот мы сделаем. Вот так, не боясь абсолютно ничего. Мы залезем вот так, вот так и вот так. Мы получим 7 стебл наггет, которые нам ни хрена не сделают. Но как только мы начнем крафтить это зло... Блин, обсидиан хочу. Ребят, обсидиан. Плиз. Обсидиан. У нас же было... Мы могли дофигища обсидиану в этих всяких мешочках брать. Сейчас, смотри, сейчас нам обсидиан нужен, а? Ну, закон подлости же, ну, правда. Ну, закон подлости просто. Может, где-то в этих мешочках есть обсидиан, но мне так лень искать, вы не представляете себе. Ну, значит, просто будем его делать. Делать вручную. Давайте сделаем пару обсидианов вручную. Ведро. Дан-дан. Хоп-хоп. Открываем дверь. Делаем. Вот так. И вот так. Наша супер-мега-крутая кирка делает добро. Две штучки сразу. И сейчас нам просто нужно быстро скрафтить. И главное не взорваться. Тогда я хочу очень на безопасном расстоянии это все делать. Поэтому сделаю вот здесь. Так. Крафтим. Две штуки. А, одну штуку нам нужно. Стоп. Тут ордит она еще копает, нифига. Так. Мы сейчас чуть не облажались, чуваки. Мы сейчас чуть не облажались. Братан! Камон! 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 Вот, куда он там? Почему он там упал вообще? Не понимаю. Эх-эх-эх. Смотрите на него. Так. Сейчас она взорвется. Нет. Стабл. Стабл? Почему она стабильная? Она должна быть нестабильная. Она должна быть как моя психика. О, она какая-то скучная очень на самом деле. Ну все, вот наш песок. Мы быстренько там сделаем золото. Да-да-да. Мы сделаем Терриксворд. И потом разберемся, как делать его. Что он делает в следующей серии. Так. Все, песочек есть, нормально, отлично, бесконечно. Спасибо. Это бесконечная лопата, которая нам просто ни для чего больше не нужна. Все, ребят, на этом заканчиваем серию. Спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FreakGK. Всем удачи, всем пока.